директор по персоналу Тед. Мы видели, мы уже предложили вам дату начала работы. Можете что-то организовать. Осень – это сезон найма людей на работу, подходит очень быстро. И мы бы оценили вашу помощь. Да, я могу это сделать, как только сумма компенсации за мою работу будет оговорена. Хорошо, давайте говорить о деньгах. Когда можно начинать, можно спросить, сколько ваша ставка? Конечно. Мы провели анализ рынковой цены, маркет, тех компаний, которые держат рынок и могут платить больше, чем среднее. Это звучит разумно, но мне интересно, чтобы мне заплатили больше, чем рынковая цена. Я согласен. В распознании ваших навыков и опыта можем предложить вам на 10% больше, чем среднерыночная. Да, понятно. Но вы не считаете, что это низковато для старшего менеджера по персоналу? Я провела обследование, и мне кажется, что настоящие справедливые цифры оплаты за мой труд на 15-20% больше, чем то, что вы мне сейчас пытаетесь впарить. Ну, так и скажу. Хорошо, до некоторого определения. Это отображает промежуток между руководителями национальных подразделений и бизнес-подразделений. Для этой позиции, я уверен, мы предлагаем хорошую рыночную цену, особенно если вы посмотрите на льготы, а не финансового плана. Я согласна, что льготы хорошие, такие как возможности повышения. Учитывая мою историю зарплаты и квалификации, я думаю, на 20% выше вы бы заставили меня согласиться на эту работу немедленно. Честно говоря, это больше, чем мы запланировали бюджет на эту позицию. Но обычно мы предлагаем каждый год на 6% рост зарплаты. С хорошим выполнением работы можете получить 10-11. Я думаю, вы достигнете вашей цели в течение года. Хорошо. Давайте найдем компромисс. Поднимайте мне зарплату сейчас на 15%, а потом 10% каждый год, если я буду хорошо работать. Да. Я на это согласен. Предполагаю, следующая вещь обсудить – это годовые показатели, к которым мне надо стремиться. Конечно, у нас очень ясные индикаторы и ожидания для старшего руководства по всему бизнесу. Репетиторы по скайпу. Мы умеем повышать зарплату и отрабатывать каждый доллар, который вы на нас потратите.